Через гриб есть. Так, кто? Ну, сейчас вал какая-нибудь, нет? Ариена, ФНГ стоит до конца, ловит подкоп, надо успеть выйти из-под арены, не успел. Найфера не было, врыв от Паши, РП по троим, нужен урон, урон вписывает Ромзес! Ну и тут, конечно, даже в арене надо Дрима убивать, арена заканчивается, выкупается ли он? Рамзес возвращает быстро. Смотри, где Ромзес вообще. Он в другой части. Он должен сюда прилететь. Да, но у него трамбола, наверное, если прыгает Паша. Пока ничего нет. Дрим ставит арену. Арена хороша. Убили быстро Эмбера. Принимают Пашу. Минус 2 уже Эмбер выкупается. Ну, как-то непонятно. Вот он удар от Рамзеса. Вот он в лёд этот типа скида. Но арена нормально так. ДПС, там Бейн слип. Ну, здесь Линка понятно. Идеально заходит. Линка в целом стал предмет популярным в последнее время. Тут Аегис. Ох, Лотус. Вот он самый Лотус. Стрела. При этом Кунку не хочет сбивать, там Аегис. Он сейчас сатаник, если что, нажмет. МК выкупился, да, Кунка побежал. Ну, вообще надо что-то делать. Если сейчас, если Шансон именно сейчас появляется. Рамзес, сатаник есть, он все еще не жмет, оставляет момент. Арена в КД. Леон он убил. Мирану врывается Паша, Скивер, притаскивает Близи к Рамзесу поближе. Близи остается один. Рор, Линку дропнули. Аскольд бьет Пашу. Ну, слушай, красиво. Красиво, красиво. Там нет, Роджер, правда, развлекается и почти убил Дрима. Удар через скрипа какого-нибудь бы. Идет под лотусами, под линкими сферами и всем прочим. Рор, Бейбера. Арена есть. Арена ставится. Подкоп от Леона, хоть и в лотус, но все равно это подкоп по двоим. Врывается Паша, Скивер вытаскивает Бисмастера. Дрим остается в арене один. И никто ему здесь, похоже, уже не поможет. Бью Депрескида, РП от Паши напоследок. Минус Аскольд. Аскольд не выкупается пока что. Роджер бьет Дрима, Рамзес, Торрент, Икс-Марк. И МК умирает после байбека, не будет его 2 минуты. Вызываю студию аналитики, похоже, потихонечку. Что время так, я пришло. Думаю, что время действительно пришло. Больше откладывать некуда. Ну, потому что у нас обсерверы плохие, потому смотри, что он смотри, не играет. Смотри, оп, нажал, успел. Успел, нажал его ответочку. Пошел. Да, накажет. Минус Паша. Рубик забирает астрал. Неплохо. ВКБ заканчивается у Дузу, кстати. Так можно пробовать здесь драться, на самом деле. Медуза, сейчас... телекинез, Йо с релокейтом. Если что, Рамзес и Икс-Марк принимают. Побежал Близи. Это стопак и бешено идет. Видит Ио. Ио улетает. Еще один астрал. Пытается быстро убить Ио под сайленсом. Ио, ну как-то пока урона от Близи вообще слишком мало. Не работает, и Рамзес начинает настреливать. Летают шарики параллельно. Дрим врывается, убивает очень быстро ФНГ. И Рамзес пока встанет. Пока отдыхает. Рамзес должен просыпаться, убивать всех. Рамзес бьет. Минус в рискинг лишь первый раз. Покупается Леон. У Медузы будут проблемы. Нажимается Стоунгейс. Медуза. Замерзает снова Медуза. Медуза без маны в этот раз. Депресс-кит врывается, пытается ситуацию спасти. Рамзес ловит стан, Дрим врывается, есть подкоп. Торрент сверху, Рамзеса могут убить. И Рамзеса даже с бабочкой убивают. Ну, жестко, жестко. Они укатили, конечно, как любые. И ФНГ после байбека умирает еще раз. Ну, может, видимо, тапит как-то. Видимо будет выкупаться. Окей, брызна его. Подкоп, Брейскинга пытаются быстро убить, Брейскинг! Найс тайминг байбека. Просто хекс. Но он выкупился под врыв. Точно, Брейскинг нет, появляется, Рамзес. БКБ все еще остается, Дрим нажимает БКБ, но уже поздно. Уже поздно, Дрим! Поздновато. Роджер улетает на тизере, его должны принимать. Здесь астрал. Рамзес нажимает БКБ, бьет на развороте сам Аскольда. Аскольда не пробить. Торрент по двоим, Медуза без... А, нет, слушай, БКБ-то есть. Рамзес да, нажал. БКБ. Только сейчас начинает избивать Аскольда. Аскольд уходит под Спайдер Лэкс на хайграунд быстро. Все летят сюда, будут цеплять. Будут просто убивать Кунку. Куда? Убили Кунку после байбека. Секунд! Ну да! Вот спирит прыгает глубоко, но, похоже, контроля на него не астрал, хватит, кнопок нет. Астрал, ОД, что-нибудь. ОД занят. ОД занят, ОД метеоркамер кастует. Но... это Близи, и Близи в центре внимания. Близи погибает также без бая. Прыжок, удар. БКБ в КД. Одна секунда. Ну, это все равно... Постоянно. Все равно бы спрятали. Врывается в рискинг. Ну да, ну да. Ну, хотя, слушай, там, мне кажется, если не успеешь спрятать оппонента, то есть союзник да, себя, кого-нибудь, неважно. То есть прячет, все уходят. Кунка, хоть и здесь, но остался без саппортов, и ВК начинают катить, знаешь, что у него нет БКБ, и вот он взрыв. Вот она аэропир. Вот он ОД, который собрал. Собрал все вот эти вот сливки, всю ману с героев. И это ГГВП, и это, по идее, гарантированный выход на переигру.